Арлам, ты будешь выходить или нет? Смотрите, Шарлотта увидела окно. Что там такое, Шарлотта? Давай, давай, молодец, молодец. Оп-оп-оп-оп-оп. Орлан ползком. Смотри, Алис, Орлан ползет. Что, Шарлотт? Мышка здесь. У тебя такого нету дома. Теоретически, если мы на канале поднялись, сегодня к нам приехали кошки опять. Ну, уже две. Да, сегодня у нас уже две кошечки. Смотрите, ребята. К нам приехали Шарлотта и Орлан. Они приехали к нам. Подожди, Зайка, давай я сама сделаю. Я Давай, ты умею. умеешь? Ну, смотри. К нам приехали Шарлотта. Вот такая красотуленькая. Иди сюда. Смотри, Я осторожно, Алис, Шарлотта, она немножко. Она не такая ручная, как Орлан, поэтому она может бояться. Ребята, кто регулярно смотрит наше видео, вы уже, конечно, видели Орлан. Мам, Это кошечка. На, подержи. Иха. Подержи, Она Шарлотта. не любит. Садись рядышком, подержи, погладь ее просто. Погладь. Вот. И теперь Орлан опять приехала к нам пожить немножечко у нас, пока ее хозяйка уезжает на каникулы. Орлан и Шарлотта будут жить у нас. Посмотрите, какая красивая. А котиков А уже маленьких котят уже раздали. раздали. Да, Шарлотта, не бойся, девочка, не бойся, красотуля, да. Она немножко нервничает, потому что Орлан у нас уже была, а Шарлотта у нас первый раз. Понеси, покажи папе, понеси, только осторожно. Папа же не видел еще. Давай-ка. Ну что, Орлан, что, красавица? Ты вспомнила, как ты у нас жила? Да, такая хорошая, хорошая. Это, ребята, шотландские веслоухие кошки. Вернее, вот Орлан, она веслоухая, а Шарлотта, она не совсем веслоухая, у нее ушки прямые, но она голубая шотландская кошка. Это очень хорошие, красивые, породистые кошечки. Вот они у нас какое-то время поживут. Орлан – это дочка Шарлотты. Но она, по-моему, уже больше ее по размеру. Орлан, выходи, не бойся. Чего ты застеснялась, моя лапуленька? Выходи. Не бойся, не бойся. Смотри, тут твой домик тебя ждет. Где твой домик? Ты помнишь, как ты в нем играла? Давай, смотрите, какая хорошая. Она очень хорошая, да. Ты такая лапуленька. Вот, посмотрите, у нас здесь есть подстилочка ее. Ты помнишь свой домик, Орлан? Посмотрите, она заинтересовалась. Ты помнишь домик? Ты же в нем играла. Да, это твой домик. Это для тебя мы делали. У нас есть видео на канале, ребят, как мы делали этот домик для Орлан, когда она оставалась у нас в прошлый раз. Эти кошечки, друзья, это кошки моей подруги. Она разводит таких кошек. Они у нее рожают котят. И скоро у нас тоже будет такой маленький котеночек. А пока что кошечки приехали к нам погостить. О, она боится, Алиса, она тебя боится. Посмотри, она прячется прямо вглубь, когда ты идешь. Не бойся, моя хорошая, Алиса тебя не обидит же, ты уже отвыкла. Мама, ты знаешь, что Шарлотт спряталась под Куда? кроватью? Под кровать спряталась. А папе показала, Шарлотт? И нужно немедленно принести туалет, папа говорит. Да, нужно им, конечно, нужно поставить им туалет. Вот мы уже поставили им. Постельку положили. Осторожно, Орлан побаивается, зайка моя. Ты, Алис, ты ее не заставляй выходить, просто оставь дверку открытой, она сейчас сама выйдет, она немножко освоится. Она просто с дороги немножко перепугалась. Да, моя хорошая, сейчас она повыкнется и вылезет, не переживай. Ну, Лапуль, выходи, поиграй, иди. Иди поиграй. Где твой домик? Смотри, где твой домик? Где твой домик? Смотри, ей интересно, она смотрит, видишь, на эту штучку. Аккуратненько ее гладь, Хорошая чтобы она к себе кошка. привыкала опять. Посмотри, что Это у такое. нее игрушка там лежит. Ну, положи, это ее игрушечка. Это чтобы она привыкла побыстрее. Ей взяли игрушечку. Ну что, надо поставить им туалет. Он туда Ты ей в посмотрит. домик положила, чтобы она выходила. Сейчас она выйдет. А вон папа тащит внутри дома? Шарлотт, смотри. Шарка. Вылезла Шарлотта. Она не боялась, она вокруг меня Не боялась? Не, она хорошая. Она походила на постели. Она боится Алис, по-моему. А вот Арон. Нет.
огромная, она там, она у нас... Шарлотта, ты моя хорошая. Ну вот она и не боится, она осваивается, смотри. Она ходит, оглядывается. Молодчинка. Она не трусливая вообще, она такая кошечка. Покажи-ка ей домик, может быть, она захочет домик. Смотри-ка. Смотри домик, Шарлотт. А она не хочет. Какой? Да, у Лены закрытый туалет. Она не будет бояться. Она открывала, чтобы котята там не спали, но, в принципе, для больших кошек, да. Посмотрите, ребята, она такая красавица, Шарлотта. Посмотрите, кс-кс. Шарлотта, глазища такие. Вот, сейчас папа им туалет насыпет. Смотрите, Шарлотта осматривается. Осваивается, ходит под елочкой, вон гуляет. Ты ее не хватай, Алис, не хватай ее каждый раз, когда видишь. Пускай она привыкает, что ты ее не обижаешь. Пускай она сама гуляет. Шарлотта пошла. Ох, какая красивая. А Шарлотта вон там. Да. Ходит. Орлан, смотри, мама-то твоя не боится, вон гуляет уже. Ты можешь тоже пойти погулять, выходить. Орлан сидит в своей там, в переноске и, по-моему, довольна всем. Не особо-то куда-то рвется. Ну, пусть посидит, немножко привыкнет. Шарлотта, что там, шарики на елке? Ты хочешь поиграть? О, елочка загорелась. Смотри, Шарлотта, елочка загорелась. Вот это да, чудо какое. Она смотрит. Я вам там вот включила блядятку. Будет охотиться за игрушкой. Да, в общем-то, она большая уже. Ну, будет, наверное, мало ли. Она капельку похотилась на шнурам. Да, Шарлотта, вот лежаночка, можешь полежать. Да. Так, что-то уже тут царапает когти свои. А вот это уже... Давайте я туалет ей покажу, Шарлотта. Вот это уже нужно. А, туалет? Туалет здесь, заходи, подожди. А это чтобы когти точить, львеночек. Пусть сходит. Так, она выйдет. Что-то знакомое, скажи. Но не то, не совсем то. Она уже знает второй этаж. Может, сходит сейчас сама прогуляется. Ей очень понравилось. Давай, поднимайся по лесенке, не бойся. Поднимайся, не бойся. Давай, Шарлотта, поднимайся по лесенке. Ну, у нее дома-то тоже есть лестница. Давай, иди за папой. Папа, она хочет за тобой, по-моему, пойти. Ну не хватай, Алис, ну не хватай, она сама пойдет. Вот. Опа. Давай, исследуй. Новый дом, скажи. Там еще один этаж, но туда пока не ходим, да? Потом пойдем. Давай сначала наверх сходи. Нет, не хочешь? Осторожно. Ну что, Алис, иди доставай мисочки, насыпем им покушать сразу же. Чтобы они сразу же поели в новом доме, и тогда уже точно привыкнут получше. Орлан, ты будешь выходить или нет? Трусишка моя. Давай, молодец. Оп. Орлан ползком. Смотри, Алис, Орлан ползет. Ой, какая трусишка. Все, Орлан сбежал. Она побежала в свою старую прятку. Ребята, Орлан у нас в прошлый раз, когда только что приехала, она пряталась под лестницей. Мы сейчас вам покажем. Похоже, она пошла в свое старое убежище. Шш! Да. О, тут совсем темно. Да, ну, в общем, она спряталась под лестницей. Ну все, Алиса, оставь ее, пусть она немножко освоится. Ты все-таки ее вытащила. Да, пускай бы сидела, ну пускай. Зачем? Вот она какая, Орлан. Посмотрите, ребята, она еще подросла. Стала совсем большая и очень красивая. Да, хорошая кошечка. А думала, что она не изменилась? Она не изменилась. Она у меня спокойно на руках сидит. Нет, она, ну, она не очень спокойно сидит, она побаивается, но сидит. Наконец-то Орлана вылезла. Она вышла в домик. Домик. Она вышла. А, на домик у нее. Все, она пошла в домик. Спряталась. Ку-ку.
Где она? В домике сидит. Ну, молодец. Вот умничка. Хорошо. Ну, сиди в домике. И как все интересно, Шарлотта на все будет. А Шарлотта не боится, да? Да, не боится. Она так красиво сидит. Шарлотта, вот ты это, уже освоилась. Вот это для Рона, вот это, а вот это для Шарлотты, да? Хорошо. Потому что Шарлотт же, как побольше Орлан. Орлан побольше, но вообще-то это Орлан дочка, а Шарлотта это мама. Ну, Шарлотта она побольше. Хорошо. Ты освоилась, все, ты уже привыкла тут уже. Да, молодец. Так, тут шнуры, осторожно, Шарлотт. Ну как, ребята, вам понравились кошки? Когда ставьте лайк, не забудьте подписаться на канал Понятно Алис. Чтобы не пропустить наши следующие видео про кошек. Всем пока, друзья. Всем пока-пока, кошки. Дед Мороз принес нам кошку. Кс-кс. Упс. Слушайте, она лампочки нюхает, и их не будет грызть. О, ты замяукала, она заволновалась. Ну-ка еще, кс-кс-кс. Шарлотик. Шарлот, не ешь мишуру. Нельзя мишуру, нельзя мишуру. Ты что? Да кто там? Шарлотта, кто там? Шарлот знакомится с Эммой, с хомячком. Что, Шарлот? Мышка здесь. У тебя такого нету дома. Алис, посмотри. Это ж надо, скажи, кто здесь есть. Вот это да, смотри. Знакомиться с мышкой. Смотри, Эму есть нельзя. Это наш питомец. Это наш питомец. Это не какая-то дикая мышь. Нет, встань с той стороны, зайка. Тут свет закрыла. Знакомство мыши с кошкой. Ого, знакомство Эммочки. Эммочка, скажи, что вы мне тут опять притащили? Это кто еще? Это что за зверь, скажи, да? Опять кошку такого притащили? Я хочу Эмму достать. Не надо доставать ее, подожди пока. Боится. Смотрите, Шарлотт увидела окно. Что там такое, Шарлотт? Что там за окошком? Шарлотта живет в квартире высоко. И у нее нет такого вида в окно, поэтому она первый раз увидела улицу так близко. Посмотри, Шарлотта, что там?